Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы поговорим о подрезке аквариумных растений. Дело в том, что со временем листья растений отмирают, появляются вот такие загнивающие места. Со временем эти листья полностью отмирают, но не обязательно ждать того момента, когда они отомрут полностью, и убрать их. Можно их убрать немножко раньше, заодно освободить виды на другие растения. В данном случае вот эти листья эхинодоруса закрывают Anubias nana. Дальше. Раскинувшаяся гигрофила закрывает свет эхинодорусу. Ее можно тоже немного подрезать. Она вот такая уже. Ствол у нее голый вот здесь идет. И макушка только с листьями. Можно немного этот куст обкорнать. Есть подгнивающие листья у валиснерии. Их тоже желательно убрать, для того, чтобы они не гнили у нас в воде. И тем самым улучшить биологический баланс аквариума. Ну что ж, приступим к действию. Для подрезки будем использовать ножницы с закругленными концами. Ими удобно обрезать листья растений. Начнем с эхинодоруса. Есть тут несколько листьев, которые так и так у нас подгнивают. Обрезаем их практически под корень. Такую чистку желательно иногда делать в своем аквариуме. Она улучшает у нас эстетический вид аквариума, так как нет загнивающих листьев. И биологический баланс в том числе. Открывается нижняя часть растений. Вот этот лист сейчас тоже отрежем. Достаточно большой, но он уже начал подгнивать. Со временем он все равно сгниет. Не будем ждать этого момента. Ну вот, я думаю, уже нормально. Вот этот еще лист тоже гниет. Тоже мы его обрежем. Как я уже сказал, немножко освободим верх. Уберем гигрофилу. Обрежем ее под самый корень и отсюда уберем. Она тут у нас уже укоренилась хорошо, так что придется подрезать и корешки.
как-то так. При желании это растение можно пересадить. Подрезать его, к примеру, чуть пониже. Вот так. Убираем листья нижние. Ну и садим, к примеру, вот в эту часть аквариума. Просто заглубляю в грунт. Гигрофилы буквально через несколько дней уже пустят корни. Ну, мы освободили верх аквариума из света на эхинодорус. Теперь попадает намного больше. Здесь также можно убрать подгнивающие листья гигрофилы. Это можно делать уже руками. Я обычно ногтями это делаю. Вот таким образом. И как вы можете видеть, свет теперь падает на эхинодорус в большем объеме. Когда мы подвинем светильник в исходное положение, он будет освещать эхинодорус полностью. И гигрофила теперь тоже приживется у нас, но только в другом месте. Подгнивающие листья в лиснерии тоже можно убирать прямо руками. Вот они, видите, сами отваливаются. Улитки тут на них ужинают. Это естественно. Но они долго будут их есть, поэтому лучше их убрать. Вот такую работу желательно иногда проводить в своем аквариуме. Уже замечательно все получается. Фильтр еще немножко сейчас подработает то, что мы тут намутили. Ну вот результат нашей работы. Не стал я ждать, пока фильтр очистит аквариум от мути, решил показать вам практически сразу результат. Видите, эхинодорус сейчас освещен очень хорошо. Низ аквариума освободился. Видим мы, как у нас
развивается Анубиас. Он был закрыт, практически не видно его было. У Алиснейля тоже теперь очень неплохо смотрится. Надеюсь, мое видео будет кому-нибудь полезным. Всего вам доброго. До свидания.